Ну а сейчас мы с Ромочкой споем Happy Birthday, если можно, для мамы Веры. Happy birthday to все вместе. Happy... А как на бухарском это пою, знаешь? Попробуй на бухарском. Попробуй. Ну. Слов не знаю. Не, на русском пой, только по-бухарски. Happy birthday to you. Это Басков. Это Басков. Нам нужен бухарский вариант. Вот по-бухарски, пожалуйста. Вот все хлопают, посмотри. Только вот ты, только ты, только ты. Как бы сегодня вас поздравил наш брат Бока, да? Боку знаете вы? Знаете, вот Мишка знает. Он его стриг один раз даже, серьезно. Вот Бока, друг нашего Рафаэля Аминова. Я сегодня вас поздравляю. От имени моего друга Рафика и вообще Цавандоним хочу сказать, клавишник, подожди, да, брат, чтобы вы всегда были такой красивой и чтобы Рафик Аминов написал про вас песню. Что-то не очень, да? Нормально, нормально. Вас поздравляют диаспора армяне из Лос-Анджелеса. А мы сегодня, когда приехали в Израиль, нет, серьезно, да? Миша нас в Иерусалим взял, в Яфу взял, а следующий город какой был бухарский? Кирьячалом взял. 108-я в Нью-Йорке. Нет, это далеко. Ну, честно вам сказать, вот как мы сегодня здесь кайфуем, даже у нас в Баку так не кайфуют. Айджан. Это я начал с бакинцев, а теперь армяне. Баскесу, молчал Антоним, Миша Джан, твою жену поздравлять хотим с днем рождения. Дай Бог, чтобы всегда, брат, улыбайся. Не, улыбайся, как не стой там. Дорогая, уважаемая Цавантаним, Баскесомаш, Вески Цавантаним, Чкаткериси, Мадова, ты же будешь израильчи, Баскарики, Сумасуба, Сумады. Переводить? С днем рождения. Грузины Ашдод. У меня почему-то ассоциация с Ашдодом. Набережная. Как бы вы высоко не поднимались, чтобы никогда и нигде не обжигали свои золотые, красивые бухарские крылья вместе с нашим Чангом Суматовушиной, два леби Катгора Сумуду, потом Миша. Миша, почему ты делаешь вид, как будто ничего не понял? Ну и, наконец, поздравления. Друзья, вы что, устали, что ли? От кого поздравления хотим? А? От Путина? Не, он уже списан. Горбачев был в почете. Внимание. Первый президент Союза Советских. Последний. Рахмат Кун. Добрый вечер, уважаемые граждане евреи, бухарские и еврейки. Спасибо за аплодисменты, товарищи. Сегодня, уважаемая Верочка, во главе Ирины Аллегровой мы собрались в этом прекрасном зале. Я хочу поздравить вас от всей души с вашим днем рождения. Пожелать вам всего самого наилучшего. Худо рахматку на Раиса Максимовна. Но мне господин Кандов Илюша нашел настоящую бухарскую келин. Мне даже Илюша научил говорить так. Миша Джон, вот ты заходишь домой, если у тебя дома кушать нету, говори сразу Джуни Маркчеви. Она мне почему-то тут же худачеви. Так дай Бог, чтобы у вас в этом доме такого никогда не было. Вот мы со Славиком тоже посоветовались. И решили больше не разговаривать. Ну и, наконец, последнее пожелание от диаспоры бухарских евреев
в особенности из Душанбе. Миш, ты хочешь его или нет? Да? Запускать его в зал? Пойдем, Слайк. Пойдем, пойдем. Пойдем сюда. Друзья мои, чуть погромче микрофон дай, Боря. Слайк, ты сопровождаешь очень пожилого человека. Понял. В образе Симхоизарда. Понял? Давай. Внимание. Внимание. Друзья мои, человеку 88 лет. Вот терять ему на самом деле нечего. Поэтому он приехал в этот зал поздравить и Домоту Келин, и именинницу. Пошли. Отпусти меня! За руку держи. Салам алейкум. Где они? Не, дома откили. Гавзана на мету не сидел, баба. И я перед вами стесняюсь. Ничего, не стесняйся. Рука тише держи. Эй! Блядь, хундуль, блядь. Я. Тише, тише. А, дома откили. Мальчик, отойди, быстро, быстро отойди. Быстро. Думают, кто? Где он? Она, инкас, инкас дома. Бьё. Бабару хоба, жире, хом, жиром, 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 жиром. Панчал сумони, что ты здесь. Молодец, быстрее, быстрее, панчал. Конечно, умеру, конечно. Пародия же. Это понарошки. Молодец, Йони Бабок. Мы с твоим дедушкой друзья были. Где он? Где? Эй! Телефон на махкамку! Босс мочи, блядь! Женя! Закрой трубку, мупка! И... Когда ты разговариваешь, мы на фасях сидим. Спасибо. Ромашка, спасибо. Спасибо. Спасибо.